Да. Так, ну здесь надо, видимо, дальше прыгнуть чуть-чуть, да? Это слишком далеко. Так, а мы можем немножечко... А толку нет. Ой, поздно. Нет! Да блин, твою же шметь! Ох. Окей. Так, молодец, спасибо, но... Впереди смерть отсутствует, так что спрыгнуть. Оценки 73. Серьезно? Серьезно? Ну ладно. Как? Как без онлайна это проходить вообще? Что? Молодец, молодец. Что, блин? Что? Что за босс? Очень много пятен крови. Апостол божественной кожи. Вызов я убрал. Жизни много у него. Раз, два, три. Ага. Сейчас убьем. Новые удары появляются еще к тому же. Опа, опасный момент. А это что такое? Нет! Я застрял! Да я застрял! Блин, почти убил. Ну понятно все. Я по здоровью не выношу абсолютно его урон. А вот стопроцентный блок и наличие стамины дает нам возможность просто на халяву его убивать просто через блок. Конечно. Ова! Это я не прав был. Ты был не прав. А он не успел еще. Не успел. Я сейчас сдохну. Просто! Как? Он вообще ультимативный. Как я в прошлый раз от него избавлялся, от этого массового удара. Нет! Ай-яй-яй-яй. Не-не-не-не-не. Без самона совсем другая история. Просто супер. Чем-то он мне танцовщицу напоминает. Очень напоминает. Да я жал же перекат, ты чё? Красиво ушел. Да блин, ты чё? Ай-яй-яй. Ладно, он... Вторая фаза. Надо было его мочить, пока он не перешел.
Он к магу. Нет. Ах ты. Вообще такая... Просто, просто, у меня нет слов. Такие приемы у него наркоманские. Я жду выстрела, прыжка, чего-нибудь простого. Минус выносливость. Что это? А, опять. Шесть бутылок, нормально пока еще. Ай, ай! Уже второй раз я на такую попадаюсь. Ай, ай. Нет! Нормально. Выпей. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выпить надо. Ну давай, человек, сделать, блин. Я вот этот прием вообще не знаю. Красиво. Прям красиво, ребят. Последний бутылек. Ай-яй-яй. Нет. Все очень плохо. Есть! Блин, какая дичь просто. Капюшон, апостол, божественный кожан. Там писечка хп осталась. Бутылок нет, все, забей. 94 тысячи душ. Так он круче, чем Радан. О, не, мне сюда явно рано. Просто явно рано. Одеяние апостола, божественная кожа на рукавнике, апостол штаны. Полный сет. Фух, давайте посмотрим на него, что он там. У него хороший резист. О, у него в целом защита не такая плохая. Высокий резист, и он легкий. Концентрация, физмощь.
Одеяние шито из лоскутов гладкой кожи. Такое носит апостол божественной кожи. Апостол, некогда служивший ночной смерть, богоубийственным черным пламенем. Однако апостол потеряли принадлежность к клину. Бой классный был, да. Спасибо, спасибо. Старались. О, босс еще один. Да ладно, нет. Нет. Понятненько. Могу я вызвать кого-нибудь? Не могу. Охренеть. Давай смотреть, что за удары. Так, ладно, урон у него не такой высокий. Я ни хрена не вижу. Взрыв сейчас будет. Понятно. Ага. Перекачиваем. О, золотое семечко. Олег. Рыцарь изгнанник. Олег. У нас Олег приходит последние просто несколько недель. Олег так и подписывается. Все, у нас теперь есть Олег. Олег. Что нужно на Олега? Соточка на Олега. Олега. Там сразу эксперт. Я же сразу сказал, что не хватает у нас. Да. Ага, понял. Кажется, урона нет, да? Не, есть урон. Урон есть. Вообще класс. Сам он живет. И пока он живет, мне надо было вписываться за него. А сейчас он уже не живет. Нифига себе. Вставай, Михаил. Я пытался уворачиваться, видит Бог. Что это? Что это такое было? Нормально. О, нифига себе, кузнечный камень раз, мрака два. Что ты, о, сколько? Короче, его кузнечный камень мрака 6. Это же я могу сейчас катану грейдануть. 7, что?
кусок гравитационного камня. Кусок гравитационного камня. И колокол на этот. Что ж, да, отважная горгулья. Сразу вызываем скелетерсов. Наших щитовиков браво. Вижу гаргу. Бафщит. Ребят, давайте. Ага, нормально. Ой, какой урон у нее. Яд пошел. Сколько? И вторая. Серьезно? Как? Я не знаю, как одну убить. Ты чё, блин, вообще? Ты чё вообще? Чё? Короче, давайте на сегодня все, друзья. Пойду отдыхать. Спасибо, что смотрели. Увидимся с вами завтра. Чтобы не пропустить трансляцию на Good Game, есть возможность подписаться и получать уведомления о начале трансляции. Благодарю вас за то, что смотрели. Ну, реально, начали. Ну, играем уже почти 5 часов. Вот. И отдельное спасибо пацанам в чатике на Good Game. Вы молодцы.